Больше 2000 человек стартовали в марафоне под названием «Здоровое поколение. Основа независимой нации». Маршрут бегунов начался от фитнес-клуба «Рояль» по проспекту Кунаева. Преодолеть 5 километров, да еще и бегом, дело нелегкое. Наверное, поэтому некоторые из марафонцев предпочли это расстояние пройти пешком. Для кого-то из участников забег в 5 километров оказался настоящей пыткой. Легкий способ преодолеть дистанцию нашелся быстро. Марафонцы решили проехаться в маршрутном такси. Финишную черту марафонцы пересекли на улице Байдебекби у площади Наурыз, где их встретили концертной программой. Молодежь страны – это основа Казахстана. Именно за вами наше будущее. Вы должны быть здоровыми и сильными, чтобы достигать новых высот в своей жизни. Завершился марафон чествованием победителей. Больше 20 человек получили ценные награды за третьи, вторые и первые места. Среди награжденных и семья Автушко. Александр и Анастасия завоевали первое и второе места соответственно. Пара уже на протяжении многих лет занимается триатлоном. И расстояние в 5 километров им показалось даже маловато. Погода сегодня отличная, как раз для забега. Ну, это не марафон, конечно, 5 километров, но тоже нормальная станция. В общем, хорошо прошли, пробежали. Настроение отличное. И второе, первое место, это нормально, я считаю. Все очень мне понравилось. Было легко, погода замечательная, как раз прохладно, ветерок дул. Все супер. Молодежная редакция телекомпании ОТРАР надеется, что забеги здоровья в Шымкенте с наступлением комфортной осенней погоды будут проводиться чаще.